Каждая молодая ячейка общества мечтает о собственном жилье. Сегодня еще 30 ивановских семей стали на шаг ближе к исполнению этой мечты. В городской мэрии состоялось торжественное вручение сертификатов на покупку жилья. Конечно, очередь сегодня еще большая. Мы видим около 600 человек, если не ошибаюсь. Да? Вот. С другой стороны, это хорошо, что чем больше очередь, тем больше есть работы для власти, для муниципальной, для федеральной. Поэтому я думаю, что вот такая поддержка, она очень важна. Поэтому я хочу вас всех поздравить. Дай Бог вашим семьям в этих квартирах жить и рожать побольше детей. Минимальный размер выплаты – 337 тысяч рублей. Семьи из 4 человек получили сертификаты на 674 тысячи. Общий объем средств, направленных на предоставление социальных выплат, на этот раз составил 16 миллионов. Это деньги и городского, и областного, и федерального бюджетов. Эта программа – очень хороший пример того, как активная власть городского округа Иваново, администрации, депутаты городского округа Иваново взаимодействуют с бюджетами других уровней. Конечно, небольшой бюджет городского округа не позволил бы в таком объеме финансировать, оказывать помощь молодым семьям. Именно благодаря тому, что из областного бюджета выделены средства, из федерального, мы можем сегодня, 30 семей сегодня получили сертификаты, и еще в 2013 году еще семьи будут также получать эти сертификаты, улучшать свои жилищные условия. Семья Соковых ждала этого дня очень долго. Сначала в программе были втроем, теперь у Саши появился младший братик Дима. Наконец, семейство сможет съехать от бабушки с дедушкой в собственную двухкомнатную квартиру. Мы, конечно, рады, да, мы ждем 5 лет. И нам друзья подсказали, несложно, просто по всем инстанциям документы собрали, принесли и ждали. За 7 лет, что программа действует в регионе, социальные выплаты получили более 1000 таких счастливчиков. Благодаря сертификатам почти 300 молодых семей обзавелись собственным домом. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.